Всем привет, ребята! Вы на канале Влад Винтон. Сегодня я буду рисовать Кешу из мультика Мишки, Мимимишки. Рисовать Кешу очень легко, я буду рисовать его мелками. Так, начинаем с головы. Голова у него большая, голова Кеши большая. Но она не круглая. Она у него такая квадратная. Ну, можно сказать, полуквадратная, полукруглая. Я пока делаю просто. Потом это, если что, можно стереть. Так, ушки. Ушки у него маленькие. Туловище у него большое должно быть. Нарисовали. Сделаем ручки. Сделали, когда сделали ручки, сделаем ножки. Так, когда сделали, обязательно делаем такого же почти нос сделаем. Нос. Когда сделали нос, его сразу можно закрасить черным мелком. Сделали улыбочка. И глазки. Глазки маленькие. Сделаем маленькие очертания. Его на футболке были какие-то ромбики. Делаем маленькие ромбики. Ну вот, пойдет. Когда сделали ромбики, можно начать сразу украшивать. Сразу начнем с головы. Хорошо. Так, почти раскрасили. Аккуратно, не надо залезать на наши глазки, чтоб и вниз. Так. Опа. Так, разукрасили. Потом разукрашиваем. Можете разукрашивать самой. Если вам понравится эта рубрика, то обязательно ставьте лайки, и я продолжу с ним рисовать каких-нибудь героев. Либо напишите мне какой-нибудь мультик, из которого можно будет какого-то героя. Раскрашиваем ножки. Так. Так, ага. Красили ножки. Вот, синенький берем цветик и разукрашиваем. Наш костюм. Полетела. Так, рисуем. Я ромбики сделал вот таким вот цветиком. Он чуть-чуть поярче. Ромбики у меня будут вот таким вот там голубеньким. Сделали и продолжаем. Эту штучку мы тоже закрасим таким вот цветом. Так. Рисовать это
очень легко. У нас почему-то ромбики. Чуть-чуть. Сделаем, чтобы не было ромбики. Чтобы не видно, что это ромбики. Потому что цвета сочетаются. И у нас получается то, что не видно ромбиков. Опа. Чуть-чуть осталось. Опа. Закрасили, когда мы... Ну, начинаем закрашивать наши ручки. Ну и, конечно, про брюхо не забудем. Сейчас добавим разные, ну, какие-нибудь, ну, например, вот такая вот травка. Добавили травку, вот такие вот холмики добавим. Какого-то призон добавим. Вот так вот. Добавим, пожалуй, облачков. Так, закрашиваем облачки. Так, чтобы добавить, ну, давайте добавим каких-нибудь. Ну, например, цветочки. И цветочки так вот. Берем желтенький и опа. Так, цветочки, ну и так вот. Вот такой вот он. Кеша у нас получился. Ребята, обязательно ставьте лайки, чтобы я доснял новую часть. Подписывайтесь на канал. А на этом всем пока-пока. До новых встреч!